Так, всем здравствуйте. Сегодня будем варить холодец из индюшки. Здесь у меня 6 хребтов, 7 индюшиных и 4 свиные ножки и говяжья лопатка. Сейчас все промыл. На ночь замачивал в холодной воде. Промыл 4 раза в холодной воде. Сейчас вот залил все и ставим варить на 6 часов. Так, вот так вот варится холодечек. После того, как снимаю пену, закладываю пару луковиц, морковку очищенную, лавровый лист, перец горошком. Так, и соль. Сейчас все варится, уже пену снял. Теперь будет еще часов 5 кипеть на тихом огне. Вот как-то так. Так, вот прошло 6 часов. Холодец сварился, мясо от кости отваливается. Сейчас будем его разбирать. Так, предварительно подготавливаю формочки. И мелко нарезанный чеснок в каждую вот раскладываю. И две тарелки. Сейчас будем мясо вот сюда выкладывать, разбирать от костей, мелко резать. Я покажу. И раскладывать по контейнерам. Так, вот разложили мясо. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лотков. Получилось равномерно. Сейчас будем заливать бульоном. Вот бульон принес к столу. Сейчас покажу, как их заливаем. Вот через такое сито половничком, чтобы ничего не попало там, жир. Заливаем равномерно, там в один лоток три половника, в другой так по кругу. Сейчас вот в этот, вот так вот, и так по кругу, пока бульон не закончится, чтобы все были залиты равномерно. Так, ну вот, залили все лотки через сито. Сейчас чуть остынет, выносим на балкон. И все, завтра холодец будет уже готов, можно кушать. Так вот, красивый получился. Завтра покажу, какой получился. Так, вот холодец постоял ночь на балконе. Застыл. Вот такой вот получился холодечек. Сейчас будем с горчичкой или с хреном кушать. Такая вкуснота. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.